Всем привет! Сегодня я буду распаковывать шлем Бэтмена. Решил вот заказать такую необычную штуку. Но вот по посылке можно сразу сказать, что это скорее не шлем, а маска, потому что, ну, объем не тот. В описание я сильно не вчитывался, выбирал чисто по ценовой категории, поэтому реальность немножко не совпала с ожиданиями. На всех фотографиях он представлен в таком объемном виде, но в посылке он сложенный несколько раз. Но в принципе это не страшно, потому что маска эта хорошо распрямляется, а если ее на ровную поверхность какую-то положить или одеть, то все будет в порядке. Единственное, что может смутить, это такой достаточно резкий запах, но маска хорошо проветривается и через какое-то время уже практически не пахнет. Я еще прорезал отверстие для ноздрей, потому что там нос полностью закрытый. И маска сама сделана из такой резины, тонкой достаточно. Она хорошо режется, наверное, можно даже легко порвать при неосторожном обращении. Но в общем и целом выглядит неплохо и очень прикольно. Например, на Хэллоуин по приколу можно вполне себе одеть. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Где детонатор?